Привет, сейчас я сделаю пакет трейсер 5.2.1.6. Здесь мы будем изучать сходимость. А вот это вот все первая часть. Вы все проделаете сами, так как здесь банальные шоу и ответы на вопросы в PDF-файле. Нереально просто. Просто пишите вот эту вот команду и отвечаете на вопрос. Сколько маршрутов? Вы отвечаете, сколько их. Дальше. Я начну со второго. Мы подключим S1 к R1. Но перед этим... Так, да, все правильно. Да, все правильно. Я выбираю connections, выбираю витую пару, подключаю к R1, G01 и к S1, G01. Все, мы подключились, можно нажать кнопочку, подождать, пока здесь станет зелененький треугольник. И теперь давайте попробуем пропинговать с ПК1 на ПК3 или ПК2. Скажу сразу... что ПК-3 мы не сможем пропинговать, а ПК-2 сможем, так как у нас нету в R1 заданной сети вот этой вот. Да. Давайте пинговать. Пропингуем, например, ПК-3, чтобы вы увидели, что он не пингуется. Paste. И ждем пинга. Сидим-ждем. Здесь у нас сейчас будут проходить пинги, они будут неудачные. Сидим-ждем. Вот первый request timeout. Ждем дальше. Дальше нам нужно будет что сделать? Дальше нам нужно будет включить режим моделирования и задать в роутер RIP сеть новую и посмотреть, как будут пакеты сходимости, проверять это все. Вот, мы видим, что ни один не получен. Заходим в симуляцию, ставим сразу. R1, командная строка, enable. Conf T и копируем команды. Роутер RIP, находим настройку RIP и здесь задаем сеть новую. Все, задаем сеть и видим, вот у нас появились пакеты. Сейчас они будут отправляться в ПК1 и возвращаться. Нажимаем кнопочку, вот они отправляются на все эти. Вот здесь он получается, так как это нужная нам сеть. Отправляются дальше. Не принимаются. Вот отсюда возвращается один. И отсюда возвращается. Ждем. Это они рассылаются коммутаторами. Тут их много всяких. Но будет долго рассылаться. Но думаю, самое главное вы видели, что R1 отправил запрос. Увидел эту сеть, нужную нам. Получил обратно ответ и записал эту сеть к себе в таблицу. Это вы сможете потом проверить, прописав простую команду. Также нам нужно сейчас прописать debug RIP и debug routing. И нажимать capture forward. Сначала нужно было прописать debug. Я это забыл сделать, но не так важно. На R2 у нас просто бы сказало, что появилась новая сеть. Надеюсь, в этом здании все понятно. Мы просто подключаем. И через RIP оно проверяет, но мы добавляем в RIP сеть, оно через RIP отправляет запросы. Также спрашивает, какой тип пакетов, это у нас был пакет RIP. Отправляет запросы и получает ответ, и добавляет сеть. Действительно, если такая сеть есть, добавляет ее в таблицу, и все. Ну, думаю, понятно. Пока.